Дорогие друзья, вот еще видите, какое здесь дерево растет на берегу реки. Вот просто моста бы не видно. Во. ...28 сантиметров в день. Не слышите меня? Это 28. Поэтому раньше кидай. Не слышали? Посадили. Мы их потревожили. Прямо на боку, чтобы кормили, чтобы прорастали. Вот такое наказание было раньше в Китае. Это самые страшные. Китайцы вообще страшные, да. Люди. А вот это кричит, это называется Коман Бабар. Это речка, которая у нас была. Коман Бабар, помните, вот они живет стаями. Смотрите, давайте. Идем в бездну. У меня состояние, что дальше будет пропасть. Я иду, у вас нет такого ощущения, вы просто не видите, что там внизу нет ничего. Дорога заканчивается. Ну правильно, там река. Сейчас мы к ней подойдем, я вам еще продолжу. А мы идем дальше, здесь просто такой вид издалека красивый. Смотрите, там будет обрыв, видимо, какой-то. Поэтому здесь так смотрится здорово все. Так, дорога. Друзья, видите, здесь вот с дерева как листики падают, только цветочки. Вот это все в цветочках. Дорогие друзья, вот этот цветочек, это из этого дерева. Вот так выглядит. Смотрите, а вот они все распустятся. Это вот бутоны. Представляете, они все распустятся, что будет. Какая будет красота. Будет весь ствол в цветах. Смотрите, это магнолия. Шикарное дерево, оно такое большое. Погонщики приучают слона. Тут про это они вот эти листочки берет с собой. Да. Они говорят, легко приучают. Вот это я не понимаю. Одной стороны именно отпугивает, а другой стороны помогает их приучать. Как это так получается? Вот это непонятно. Красиво, вообще вот эти листочки. Смотрите, какой здесь вид. Здесь все кругами сделано, и вот вид на горы дальше. Чудно. На английском еще называется Queen of the Flowering Plants. Дерево королева переводится. Дерево королева переводится. Вот так лучше. Видите, с какими цветами? Эбонит. Смотрите, какие необычные деревья. Они, во-первых, вот такие высокие. Они стоят вот так вот в ряд. Не знаю, что это. Растет. Монстеры, да. И какие монстеры у вас продают? Не, ну у нас красивыми листами продают. У меня тоже растет дом монстеры. Я ее обожаю. Великий человек. В 61-м году. И... потому что я тоже именно закончил по образованию именно в авиационной. И майор Юрий Гагарин. Вот именно он здесь, был именно своей женой. А вы можете именно видеть, вот дерево маленькое, которое того именно мы видели именно 30, большой. Короче, у нас говорят, мужчине нельзя долго сидеть под тамариновым деревом. Если мужчина будет долго сидеть именно под тамариновым деревом, говорят, они становятся ленивыми. Это по-латински названием называется Саталиум альбом. Саталиум альбом — это сандаловые дерева. Uh-huh. И сандалы считается одно из самых дорогущих дерев, потому что делает именно масло очень дорогое. Для косметики используют именно сандаловое масло. И